Гудрун. Так, что у нас творится? Пока ничего не понятно, вижу, что я мелкая. Одна против всех. И похоже, что раунд за Миллениум. Да, 1-0. 1-0 в пользу Миллениум. К сожалению, мы не увидели, как это произошло, что случилось. Но все, что мы смогли понять, что мелкая осталась одна против двух. Все остальные померли. И 1-2 раунд нам взять не смогла. Неудачное начало, но ничего страшного. Смотрим, что придумает М5 на отдаче. Подсадочка на центре, прячется Сейнт. Будет шкериться. А Миллениум, естественно, ушли в глубокий холд, ждут аркады. В общем-то, стандартные действия. Даже вот странно, что Рита и ее тиммейтша и Торка подошли так близко к котам. Частенько даже ходят, не заходя в большую комнату, боясь прямо совсем активных действий. Но мы видим, что М5 активных действий не предпринимают. Они холодят сами на планте. Не знаю, насколько это, конечно, будет эффективно. Все-таки довольно большие тут дистанции. И в упор тут всю Испанию расстреляешь. Под флешку не выйдешь. Но посмотрим. Смотрим за... Давайте за... Кем бы нам посмотреть? Давайте посмотрим за мелкой. Она у нас сидит на планте. У нее будет самый, похоже, первый. Первый фраг. Да. Нас подлагивает Холл ТВ. Минус от тату. Второй минус от тату. Где там минус это происходит? Покажите мне это. Да, прямо с планта она сделала минус 2. Ситуация 3 в 3. Пойдет один Галил. И Миллениум перетягивается под Б. В малый квадрат. Возможно, пойдут через центр. Понимая, что, скорее всего, Москва сами перетянутся на Б. Нет, они решают все-таки пойти на Б. Сделать полноценную перетяжечку. И смотрим за Сейнт. Именно она встречает. Дала инфу. Пытается кого-то вывести в голову. Но, к сожалению, выстрелы проходят мимо голов. Продолжаем смотреть за Стасией. Ох, заметила банан. Ну и теперь убить. Нет, к сожалению, очень жаль, что сейчас не убила, потому что, ну, просто спиной к ней сидел враг, и это было бы очень хорошее наказание за такую вот ошибку. Минус есть. Ну, как жестко лагает ХЛТВ, просто невероятно. И снова геймпендинг. Ну что ж такое-то, а? Дикие лаги, даже нам, нас еще не успело прорисоваться в правом верхнем углу надпись о том, что Сейнт кого-то убила. Ну, видимо, понятно, вот из-за чего-то были большие проблемы. Ой, большой перерыв был. Видимо, вот из-за каких-то технических проблем. Я не знаю, с серверами, с ХЛТВ. Но видим мы, что смотреть как-то не очень приятно. Не очень комфортно, я бы сказал. Так, посмотрим, что пишут у нас различные сайты. Так, ну здесь информации никакой нету. Так, Healthy War, как всегда, молчит. Вернее, даже не как всегда, а наоборот. К моему удивлению, он молчит. Не особо жалуют. Никсон, женский киберспорт. Даже демки еще не выложили. Что тоже очень печалит. Да, похоже, на месте Фрезинки действительно серьезные проблемы, потому что непонятно, почему такая пауза уже во второй раз в самом начале игры, за два раунда. Это говорит о том, что что-то там не в порядке. Попробуем сделать ретрай. Всякое может помочь. Нет, все еще геймпендинг, ничего не изменилось на сервере. Проблемы явно именно в них. Не у нас, так что остается просто смотреть на экран, ждать. Надеяться, что это будет недолго. Ну, чтобы заполнить паузу, давайте я вам еще раз расскажу про составы команд.
Например, могу даже вам рассказать, сколько кому лет в команде Millennium. Итак, Элоди Гайлард, она же Шина, 23 года. Сандрин Аведисян, Митсу, 25 лет. То есть видите, что в команде Millennium, в общем, собрались очень опытные игроки, очень такие, ну, старые не в плане возраста, а старые в плане понимания игры, в плане old school. То есть то же самое, та же самая Оливия Понтон-Бики, 27 лет. Она играет, я видел ее фраги в Муйке ЕСЦ 2005. То есть 6 лет уже она на коне, а возможно даже больше. Так что действительно очень опытные, очень умелые и очень здоровские игроки играют в команде Millennium. И в принципе именно поэтому они являются топ-2 команды мира. Анна София Караска, она же Рита, 23 года. Сандрин Митсу, я уже говорил, 25 лет. Элоди Галлард, Шина, 23, ну я, по-моему, всех уже назвал, кроме Деборы Тейсаньер Торки, 21 год, самый молодой человек. Миллениум. Совсем молоденький. Так, что у нас творится? Снова мы наблюдаем паузу. Дикие проблемы. Счет еще 1-0, судя по табу. Но зато мы можем полюбоваться вот на красивые выстрелы на стенах, которые очень медленно разлетаются в таком слоу-мо, как матрица. И это даже похоже на подсолнух. Вот такие черные зернышки, желтые лепестки. Вот вчера тоже там был красивый эффект, но вы, к сожалению, не заметили. Вернее, я немножко зафейлил, забыл про картинку, и вы не смогли посмотреть на это. Было действительно очень красиво. Так вот. Романтика в Counter-Strike. Так, ну неужели? Задвигались модельки, забегали, скорее всего, счет уже 2-0. А то и больше, потому что мы видим закупочку у Moscow Five, либо они взяли этот раунд, либо уже успели слить два раунда. Я думаю, ТАП пролагает к следующему раунду, мы все узнаем, а пока мы видим, что Moscow Five запросто минусует Millennium. Так, ого, ничего, сколько раундов-то прошло. 4-2. 4-2 счет в пользу Millennium. Успели уже Millennium набрать раундов. Moscow Five успели взять целых два раунда. Везем первый гановый и следующий. Вот, ну что же, пока все не так плохо. Смотрим, что будет дальше. Надеюсь, что больше то уж пауз не будет, лагов и так далее. Потому что, ну и так, мы, мне кажется, мы уже достаточно настрадались. Полюбовались на подсолнухе. Пожалуй, хватит. Поджимает мелкая зигзаг. Соня поджимает банан. Стандарт от них действий. При этом Соня уже успела умереть на банане. Жаль. Жаль, что не было разменов, могла бы мелкая включиться тоже с зигзага, попробовать. Но теперь ей, конечно, одной это не самое удобное будет для нее действие. Так, тут время, тем временем проникает Митсу в дом каким-то образом. Видимо, прошла она через длину, но, к счастью, тату ее убивает. 4 в 4 ситуации, есть все шансы на взятие раунда. Мелкая все еще на зигзаге. Рита Бики у нас на котах, Торг идет к ним и будет атака на А-план. Давайте посмотрим, за кем из Moscow Five. Убивает Сейн, к сожалению. И теперь вся надежда на Вендетту, что она уложит хотя бы одного-двух игроков. А минус один от Вендетты. И на мелко теперь лежит большая ответственность. Ей нужно делать минус 3. Мы уже видели, кстати, от нее, по-моему, минус 3. Нет, сейф. Сейф она делает. Решила не рисковать. Ну и, в принципе, правильно. На таком маленьком планте. Вернее, на таком среднем планте, я бы сказал. Он, конечно, не особо большой, но и явно не маленький. Вот, тут есть куча мест, где могут быть враги, и тут запросто, конечно, ее в 3 дула встретит, и совершенно без шансов. Таким образом, счет становится 5-2. Moscow Five, конечно, не привыкает делать камбэки. Так что, ну, все у них еще сложится нормально. Но в любом случае приятно видеть, что Millennium не расклеились после такого разгромного поражения на первой карте 3-16. И взялись за дело, и, возможно, даже их разодорило. Такое вот привнесло некую спортивную злость в их девичьи сердца. И теперь они вот тащат и будут отыгрываться, брать реванш. И мстить. И мстя, и будет страшно. Посадочка. Вендетта на аплант, поджим, мелкой тату по зигзагу. Соня на этот раз у нас с ВП не на Б, она у нас держит респа, центр.
А Миллениум почему-то очень жестко зажались. Возможно, что-то неправильно посчитали. Возможно, думают, что отдача у Moscow 5. Обычно просто холодят на отдачу. Но, наконец-то, немножко активные действия последовали. Проходит в малый квадрат Миллениум. Ох, мелкая, отличный хэдшот встречает. Вдвоем Тату, есть инфа по ним. Им, конечно, было бы неплохо сменить позицию, да. Меняет позицию Тату. Немножко сумбурно действует, агрессивно. Дают Хане и вот отдает просто свою тиммейтшу мелкую. Делает еще один минус, но в целом нормально. 3 в 2 ситуация, нужно сейчас быстренько оттягиваться. Перетягивается на Б, при этом Сони, да, Сони с АВП. А сейчас встретит банан. Отличный, отличный минус. И убить Бики. Теперь главная цель для троих контров. Смотрим за Бики, она находится на планте, при этом... Ну, теперь спалилась, к счастью. Да, раунд за М5. 3-5. Потихонечку ситуация выравнивается. При этом интересно было бы узнать, с чем связаны проблемы, потому что мы видим, что счет ушел далеко вперед, то есть проблемы не были ни на сервере, ни у игроков. Проблемы были именно у HLTV, судя по всему, и на игроков это никак не повлияло. Смотрим, врыв Миллениум по центру с диглами, с глоками. И тут должны встречать несколько сторон. Ой, как же не встречают. Шина минус делает. Берет калаш, это может быть очень опасно. Сейчас она... Ой, Рита делает минус своего. Минус свою даже, я бы сказал бы. 3 в 3. Минус от мелкой. Минус от одной. Ну, слава тебе, господи, выровняли ситуацию. Теперь нужно убивать Риту. И я думаю, это большой проблемы не станет. Хотя вот Рита тут сражается с диглом. Ну и... Соня промахивается, делает минус. Нет, все окей. Все окей, раунд за Moscow 5. Но все равно, немножко это было опасно. 4-5. Счет потихонечку Moscow 5 догоняют. И хотелось бы сказать через пару раундов, что и перегоняют. Снова Соня дислоцировалась с Б-планта на центр с АВП. И Сейнт заходит в аркаду. Перемычка плюс аркада с котов. Пока неплохая. Минус Твидета, минус от Сейнт. Теперь главное бить Риту еще. Да, минус. Отличный минус. Отличная аркада. Ну и дело за малым. 2 в 4. Шина и Торка находятся у нас в малой комнатке. К ним сейчас уже, похоже, зайдут в спину. Да, там Вендетта где-то совсем рядом. Ой, плохо получилось у Вендетты бить Шину. Причем у Шина не было фокуса по Вендетте, а у Вендетты-то был фокус по выходу. И должна она была убивать. 19 хп осталось у Шина, минусует Торку, ну и теперь да. Теперь дело за малым. Есть инфа по Шине. Тут еще и бомба легла. Ну, вообще, 0 шансов в этом раунде Миллениум. Счет ставим 5-5. А если у Миллениум будет еще отдача в следующем раунде, то все будет вообще шоколадно. Будет 6-5. И ситуация наконец-то станет такой. Не такой напряженной. Напоминаю, что в стадии плов играется Best of 3. В случае победы Миллениум на этой карте будем смотреть третью карту. Это будет Dust 2. Такая дефолтная, привычная всем карта, которая уже сотни лет, если не больше. И, в принципе, я бы посмотрел на незарубу. Посмотрел бы на незарубу Moscow 5 Миллениум, но, конечно, с другой стороны, хочется, чтобы М5 взяли эту карту и излишне себя не напрягали. Убивается отдача от Миллениум. Проблем не возникает, и счет займется 6-5 в пользу М5. Прямо в рифму, 6-5 в пользу М5. Снова такая же расстановка от Moscow 5. Соня держит центр с АВП. Мелкая тату на зигзаге. Снова, видимо, будет подсадочка, да. Подсадка на ящик. Та самая часто используемая. А Миллениум снова упали на холд. Видимо, поняли, что с россиянками шутки плохи. Давайте посмотрим за кем-нибудь на подсадочке.
Тут как раз вроде как кто-то направляется к ним. Так, минус один есть, убивают. Убивают тату, но, к счастью, мелко делает минус два. Вовремя отходит и, да, дают ей отойти, уже размена не будет. По крайней мере, сразу. 4 в 3 ситуация. Бика и Рит идут по зигзагу, и Торка будет хелповать, возможно, отрезать центр. Но, конечно, ей бы хелпануть было бы намного лучше. Через бан решили пойти Миллениум. Их встречает мелкая опять. Опять та самая наша. Мелкая минус 2. Отлично собрала тела, которые выставились прямо в шеренгу. Для того, чтобы можно было их удобно минуснуть. И в итоге одна оставшаяся торка уже на планте каким-то образом проникла. Что делать? Так, смотрим за торкой. Минус 1. Сейчас Соня должна негодовать и говорить, как так просмотрели. Но мелкая справилась. И, похоже, это эйс от Кристины Велимовской. Счет 8-5. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Да, это эйс от мелкой. Москвайф нас сегодня радует на хайлайте, так что снова, я снова прошу вашей помощи. Кто-нибудь напишите мне, пожалуйста, в личку ВКонтакте, что при счете 6-5 в игре Москвайф Миллениум на карте Детускана был такой вот момент от мелкой. Эйс, М4-1. И я буду вам очень признателен и в качестве спасибо вот сделаю вам хайлайтик, который вы сейчас можете увидеть и порадоваться. Закупка у Миллениум. Причем счет 7-5, не туда совершенно приписал раунд. Сейчас я исправлюсь. Буквально через секунду. Да, вот теперь все правильно. Теперь все правильно. Чем-то я еще принял местами. Случайно, видимо, брякнул на пробел. Теперь все как надо. Смотрим. 4 в 5. Мелкая уже умерла. Видимо, ее сразу наказали за предыдущий раунд. Сделали ей атата. И Миллениум потихонечку у нас собирается под аплантом. Будут делать сплит через центр, через коты. Но М5, судя по всему, прочекали банан. Тут быстрая притяжка почему-то, прям вообще фастиком на А. И тут должны полететь флешки, должны... Ай, ошибается тату. Не прочекал центр. Сейчас главное в Вендетте не умереть с флешкой в руках. Давит флешку, отворачивается. Получает очень... Ой, убивает Вендетту. И тут, конечно же, 2 в 5. Шансов у Сейнт и Сони очень мало, да. Раунд за Миллениум. Ошибочки. Ошибочки допускают девушки из России, к сожалению. Очень обидно. Умерла тату, потом Вендетта с флешкой в руках чуть не убили. Ну и там накоцали жестко. Немножко фейловый раунд, провальный. По крайней мере, по сравнению с теми, которые были до этого. Но, возможно, сейчас будет какое-то исправление. Аркада жестко, причем аркада с центра перемычки через коты. Там Рита на глубоком халате дождалась с АВП. Есть у нее инфа, что делать Moscow 5. И, в принципе, Миллениум могли бы сейчас жестко пойти и зарашить Б-плант. Возможно, Рита не видел, что там столько народу зарашило большую комнату, возможно, еще что-то. Но Миллениум не спешат, совершенно не спешат. Шина и Митсу потихоньку проходят зигзаг. Бику, Торка, Рита в малом квадрате минусует тату, и теперь, конечно, придется Москвайф очень сложно. Хотя мы видим, что тут мелкая Соня. Ну-ка посмотрим, кому за Соня. Начал будет встречать банан. Так, стабильный минус от Сони. Еще один. Жаль, сбривает. Тут можно было бы увидеть что-то интересное. Мы уже видели эйс от Сони на Тускане. Минус 4 на Инферно. С отличными головами, с отличными даблами. Один в один Вендетта. Заговорился немного я. Давайте лучше посмотрим на один в один. Шина на банане. Вендетта у нас контролит киоск. Видимо, не догадывается о том, что шина может зайти в спину. Да, совершенно не догадывается. Сейчас надеюсь, она все-таки обернется. Нет, видимо, не допускает даже мысли об этом. Но и шина, в общем-то, не знает, куда ей смотреть. И сейчас, может быть, есть инфа. Ну, вы сами все видели. Заметила она шину. И сейчас шина может очень жестко зафейлить. Да, раунд за... Отлично. 8-6. Раунд за Moscow 5. Очень я этому рад. Чуть-чуть не ошиблась Вендетта. Чуть сама не отдалась, но повезло. Немножечко разминулись игроки. И, к счастью, счет уже 8-6. И есть все шансы на то, чтобы взять 9-й раунд. Размен на планте, пыталась Рита выйти
Через кишку. Ей это сделать не дали. На выход через центр. Причем почему-то поодиночке пытаются что-то сделать. Миллениум. По крайней мере, пока что не видно каких-то скоординированных действий. Но вот сейчас пытаются они что-то сделать вместе на котах. Тут врывается аркада в виде Вендетты. Один минус есть. Отходит обратно. Ее сменяет уже на этот раз Тату. 7 хп ей оставили. Очень мало, но тут у Ишины совсем мало хп. Тур открывается по центру. Вот теперь видно. Видны командные действия. Отмерением, но Вендетта мелкая. Им нипочем всякие командные действия. Они делают свои минуса. У них все стабильно. И осталось убить Митсу. Она находится у нас около скрипа. Прячется в траве. Как кузнечик буквально. Но тут, в общем-то, все очень хорошо разобрано по позициям. Вендетта на планте. Мелкая контролирует планты. Соник контролирует спин. Да, есть у них инфа по Митсу, что она находится где-то на Апланте. И деться ей тут просто некуда. Да, взят раунд за Moscow 5. 9-6. И пока все складывается как нельзя лучше для россиянок. Будем верить в то, что дальше все будет точно так же. Снова с небольшая пауза, и оно и понятно, явно нужно Миллениум собраться, поговорить о чем-то, потому что они сейчас на грани. На краю пропасти буквально стоят, конечно, находиться в полуфинале это явно не край пропасти, но для Миллениум, мне кажется, это должно быть очень неприятное событие, что они проиграли первую карту с таким разгромным счетом, и теперь, в общем-то, тоже не ведут в счете, и до победы им еще топать и топать. Так что на их месте я бы действительно посовещался, все бы выяснил, все бы решил и как-то постарался поменять игру. Посмотрю я пока, что происходит в параллельной игре. Это же только один из полуфиналов, есть второй полуфинал. Как бы это ни было странно. И сейчас мы посмотрим, что там происходит. Alternate против Extensive. Ну, я предполагаю, что там Alternate обыгрывает Extensive. Ну да, так и происходит. Первая карта The Inferno 16-11 в пользу Alternate. Вторая карта у них Dust 2, третья The Nuke. Видим мы, что у них мап-пул такой получился дефолтный. Inferno, Dust, Nuke. Ничего особенного. Это у нас вот Тускан. И сейчас у них играется Dust 2. Пока тут счета нету, да, еще не доиграли. Но, скорее всего, Альтернет пройдут в финал, где и встретятся с победителем пары Millennium Moscow 5. И, соответственно, проигравший пары Millennium Moscow 5 будет играть с Extensive за третье место. В общем-то, никаких сюрпризов особо и не было. Топ-3, ну, претенденты на топ-3, самые главные фавориты, они были заранее известны. Это Millennium 5 и Alternate. Так, в принципе, получается. К ним в топ-4 затесалась Extensive. Бывший Cybernation тоже вполне себе неплохая команда. И хоть нам обещали сюрпризы, некоторые порталы, их не случилось. По крайней мере, пока что. Кто знает, что будет дальше. Ну, хотя, может стать сюрпризом вот поражение Millennium со счетом 3-16. Это действительно сюрприз. И очень приятный. Для нас, конечно, не для французов. Вот нам сообщают, что на Dust 2 в матче Extensive против Alternate на данный момент ведут Extensive со счетом 11-3. Ничего себе, неожиданно, неожиданно. Видимо, не стоит сбрасывать их со счетов.
Команда все-таки действительно неплохая. Ну и Alternate, как-никак, не самая лучшая команда. В том плане, что и с М5 сыграли в ничью, и на СВЦ проиграли М5. То есть не то, что прямо безоговорочный топ-2. Смотрим, что у нас происходит. Миллениум зархазили банан. Прочекали, что никого нету. А М5 выходит у нас через коты и через кишку на плант А. Такая вот не самая часто используемая тактика. Неплохо сейчас подорвали. Ну и Миллениум уже прекрасно понимает, что делает М5. Тут вопрос только в том, смогут ли сейчас Mosk5 перестрелять. Перетимплеить своих врагов. Ой, что творится в дыму. Ежики в тумане просто бегают, не видят друг друга. Вот заметили наконец-то. Ситуация 2 в 4. М5 тату 1 в 4. Ну, тут уже все, да. Затыкали бедных наших москвичек. И 9-7. К сожалению, 9-7. Первый раунд за Миллениум. Если бы М5 взяли первый раунд, то там было бы все очень хорошо. Плюс задача была бы вообще счет бы уже 11-6. Но не видать, не суждено. И, к сожалению, учитывая отдачу в этом раунде от Mosk5, счет станет 8-9, скорее всего. И тут, конечно, действительно будет уже борьба. Борьба жесткая, борьба такая принципиальная, я бы сказал. О, какой минус от тату, отлично, сейчас Бики просто вышла в окна, думала, сейчас всех порешает, а тут бац, и получила в лоб. Однако это не мешает Торке и Рите делать минуса на Б, и вряд ли тут уже что-то оставшееся москвички смогут сделать. 8-9. Полная отдача от Mosk5. Трое коты, двое центр. Такой сплит на отдаче. Но, да, это, конечно, не самая лучшая идея. Тут без проблем их разбирают по частям. Видимо, надежда была на то, что кто-то случайно отвернется, кто-то ошибется. Что, в принципе, не так уж и редко бывает. И они кого-то убьют. Но этого не случилось. Их спокойно разбирают по косточкам просто. И счет 9-9. Счет сравнялся. Закупочка от Mosk5, Sony AWP. Как обычно. Давайте посмотрим именно за ней. Ждет она аркада зигзага. И дождется она аркада. Смотрим. Главное ей попасть по вот этому маленькому пространству. Вот по этой щелке. Именно там появится враг. Если, конечно, они решатся пойти. Давайте посмотрим. Пока они просто взяли довольно активно зигзаг с посадочкой. Все стандартно. То же самое мы уже видели и у Mosk5, и у других команд. Дефолтное занятие зигзага. Но вот, конечно, хотелось бы, чтобы они пошли в аркаду, чтобы их можно было поймать. Похоже, они этого делать не собираются. Нервы просто у них железные. Ну и Sony, наверное, уже эту позицию нет. Смотрит банан, да. Понимает, на что такой быстрой аркады не будет. И Mosk5 решает действовать более активно. Решает пойти на аплант. Снова сплит, двое центр, трое коты. Поджимают, вот поджали наконец-то девушки, которые были на зигзаге. А, тут минуса, Ацент, минус 3. Ацент предлагала ХЛТВ, ничего не понятно, где она сделает минуса. Вернее, понятно, что она плантя, но непонятно как и кого. Но смотрим по факту. 2 в 2 осталось у нас. 2 в 2 остались девушки. Торка, Рита против Сони и Сейн. Ох, прострел, Ацент, отличный прострел в стиле носинга. И Соня завершает этот раунд победным выстрелом. 10-9 в пользу М5. Снова ХЛТВ немножко шалит, подлагивает. Ну ладно, мы уже к этому привыкли. Аркада, причем жесткая аркада от Миллениум вчетвером с закупом по зигзагу. Sony ловит Бики. Попадает еще, по-моему, по одной. Нет, не попадает. Показалось, к сожалению. Выдал желаемое за действительно. Не попала она по кому-то из контров. И в итоге тут быстрая пятяшка уже на Миллениум. Понимают они, что, скорее всего, Mosk5 быстро вставать. Извините за тавтологию. Не будут у нас зигзаг. И Mosk5, в принципе, вообще собирается пойти на план через центр, судя по всему. Да, тут мелкая в перемычке, но все будет зависеть от минусов. Как все у них сложится. Смотрим. Нет, вот видим, что мелко осталось на центре.
Остальные перетягиваются под Б. Буду пытаться сделать сплит на Б. Через зигзаг, через банан. Смотрим за Соней. Именно у нее есть, в принципе, неплохие шансы на размен. Первый игрок, скорее всего, будет ходить умирать. А вот у остальных девушек отличные шансы, чтобы разменивать. Сейчас Соня должна ловить, ловить. Ой, не поймала. Контракт, который подзаходит сзади. К счастью, тиммейт справляется на Б-планте. Отличный минус. И Митсу одна у нас на мостике против четырех терроров. Слышала она, что кто-то поднялся. Заметила еще одного террора. А возможно, хочет сделать ниндзя-диффуз. Не знаю, что у нее там сейчас творится в голове. Но я надеюсь, что девушки из Moscow Five не ошибутся, не убегут раньше с планта искать Митсу. Потому что Митсу делает ниндзя-диффуз, пытается. Нет, ну, по крайней мере, есть по ней инфа. Ну и тут, конечно же, ей уже сделать ничего не дадут. 11-9. Немножко отрепанул нам нервы Митсу, но, к счастью, все обошлось. Раунд за Moscow Five уже второй. Во второй половине. Счет 3-2. Общий счет 11-9. И тот факт, что Moscow Five начали набирать раунды, он очень позитивен, бесспорно. Поджим с спами. Вот Миллениум. Поджимают они малую комнату, причем поджимают очень хорошо. Рита, шина, минус. Свиспа с диглам. Просто двух игроков лишились уже Moscow Five. Естественно, должны сейчас быстро перетягиваться на Б-план. Или что, они решили быстро перетянуться на центр. При этом Сейн тут воюет. Тату заходит сзади. Решили все-таки перестрелять просто контров. Не бояться, не убегать от них на Б. А просто перестрелять. И это, в принципе, действует. Тату тут хорошо у нас разбирается. 2 в 3 ситуация. Сейнт 8 хп. Где-то рядом с ней враг. И совсем рядом. Минус 1 от Сейнт. И ласт враг рядом с ней. Есть инфа. Дает она инфу, что Рита на 3 спе. Ставится бомба на А-планте. Ну и надеюсь, что Рита не сделает ничего сверх такого особенного и не затащит раунд. Нет, Соня стабильная АВП, пожалуй, самый стабильный игрок Moscow Five на этом турнире. Очень редко промахивается с АВП, действительно, когда прямо фейлит. Пару раз только видел я. Остальные выстрелы точно в цель. Отличные головы, отличные фраги в тело. Все очень хорошо. Снова аркад от Миллениум по зигзагу. Хорошие размены. Равная ситуация была 2 секунды назад. Теперь уже ситуация 2 в 3. Не в пользу М5. Рита там с АВП воюет. Показывает класс. Показывает, что ни одна Соня может здесь делать стабильные минуса с АВП. И в итоге Мелкая и Сейнт делают, принимают решение пойти на А-плант. Через свой рез потянулись уже. И потихонечку проходит через большую комнату. Причем все Миллениум очень далеко от Апланта. Видимо, что Рита вообще на Б. Митсу только сейчас у нас через Дейл оттягивается к центру. И Шина около дома тоже контролит коты, как я понимаю. Да, вот она. Посмотрим мы за... Давайте за Сейнт посмотрим. Она тоже очень неплохо убивает. Последние 2 дня тоже довольно стабильно. И 2 отличных дигла, вы помните, на Дейл. Ну, это не может не радовать, я считаю. Получается, что она по ногам. Дает флеш на план, проходит налево, направо, смотрит, чекает нички. Никого здесь нету, ни души. И, к сожалению, умирает. Мелкая 1 в 3. Один клатч она уже затащила. Вряд ли получится еще, потому что у Рита АВП. У всех есть диффузы, и ситуация совершенно неблагоприятная. Бомба не на руках, бомба... ну, скорее всего, была у Сейн, соответственно, сейчас она возьмет. Нет, даже не дают ей взять бомбу. Счет 10-12. Миллениум не отстают от своих соперниц в желании набирать раунды. Отдача от М5, при этом мы видим, что Мелк идет 0 на 7. Немножко обескураживающая статистика. Но вот Тату, например, тут Вендетта неплохо зажигают с пистолетов. Сейчас Тату... Ох, минус от Вендетта, АВП подняла, АВП, отличный. Вот, отличный ган. Всем советую его использовать.
повезло, что затыкали АВПшник, взяли его в ВП, и теперь с ВП-то и можно спокойно играть. Нет, умирает Вендетта, к сожалению. Жаль, что АВП подобрала не Соня. И теперь у Сейнт есть шанс затащить раунд 1 в 2. Вытащить нереальный клатч. Ой-ой-ой-ой, в спину промахивается Сейнт, не знаю, от волнения или просто не повезло. Но очень обидно получилось, потому что могла бы она делать минус. И остался бы 1 в 1. 1 в 1 это обоюдные шансы на взять раунда. И тем более, тем паче обидно, что это была отдача. Изначально Moscow 5, пара диглов плюс глоки. И вот до взять раунда осталось всего лишь совсем немножко. И вот совсем немножко девушки не дотянули. Очень обидно, но надеюсь, что это их воодушевит. И они поймут, что если аж на отдачах они могут чуть ли не вытаскивать раунды, то уж с ганами им нужно брать. И никто им не страшен. Под А собирается Moscow 5. Тату и Сейнт идут по кишке. Остальные трое по котам. 2 плюс 3 выход на плант. Поджимчик небольшой с банана от ВПшницы команды Millennium. Митсу встречает. Одна просто минус 2 делает на котах, но Moscow 5 не остаются в долгу. Сейнт минус 2, Тату помогает. И в итоге А-плант зачищен. Смотрим за Ритой, за Торкой, как они будут разыгрывать эту ситуацию. Рита с центра с АВП, Торка с длины с М-ки. Дается флешка, и Торка потихонечку заходит под флешку. Чекает плант. Давайте посмотрим, за кем-нибудь из Moscow 5. Торка делает минус. 2 в 2 ситуация. Раунд за... минус за мелкой. Наконец она лишилась своего нолика в статистике. Теперь у нее там единичка. И раунд за М5. 13-11. Молодцы. Напоминаю всем, кто только подключился к нашей трансляции. Первая карта уже была сыграна. И осталась она за Moscow 5. Счет был 16-3 в пользу наших дорогих соотечественниц. Просто разгромили наши девушки французы. Вот мелко набирает фраги. Видимо, посмотрела она, нажала тап, смотрит, опаньки, а что-то у меня 0-то. И вот решил набирать фраги. И пока у нее это неплохо получается. 14-11, всего 2 раунда Moscow 5 отделяет от победы. Совсем немножко отделяет от того, чтобы попасть в финал Rockstars World Cup Female. Крупного европейского лан-чемпионата, который проходит у нас в Швеции, в Стокгольме. Столица даже Швеции, родина Карлсона, все такое. Так что, если М5 попадут в финал, то можно будет их считать стабильным топом Европы, стабильными претендентами на топ-3 каждого крупного чемпионата. Потому что сейчас, конечно, все понимают, что они очень сильные противники, но по факту у них есть только одна победа на ЕСВЦ, ну, бронза, в активе, и все. То есть нету стабильности. А вот победа на этом чемпионате даст им стабильность и, думаю, вообще осознание того, что девушки спокойно могут входить в топ 2-3 крупных чемпионатов Европы, это прибавит им уверенности, сил и вообще поднимет их игру чуть-чуть повыше. Врываются М5 на Б-плант. К сожалению, у них это не получается. Тут минус 3 уже выдали Millennium. Однако вот Соня минус 2. 2 в 2 ситуация. Соня очень коцанная. Однако ох, отличная позиция была у Сейнт. Поймала она. Поймала Бики и 1 в 1. Вот наконец-то есть снова у Сейнт. Снова есть шанс вытащить раунд. Тогда она заходила в спину. И в этом раунде, к сожалению, Шин оказалась хитрее. 12-14. Все-таки очень напряжный матч. Ну, я говорил, что самый интересный матч сегодняшнего дня. Конечно, скорее всего, самый интересный будет финал. Но в любом случае, тут-то матч у нас Moscow 5, наши соотечественницы. И, естественно, все болеют за них. Все хотят, чтобы они выиграли. И все внимание, весь интерес, он сосредоточен именно на Moscow 5. Смотрим, что придумают у нас Moscow 5. Вижу я, что у наших девушек за кубочком. И снова решают наши девушки повторить свой раунд через кишку и коты. Коты плюс кишка. В прошлый раз наших девушек сбили на котах. На этот раз Тату просто спокойно выходит со скрипа, делает минус 2 на планте.
Ну и залог успешного раунда уже он есть. Фундамент, как говорится, заложен. Главное разобрать грамотно все позиции, все хорошо взять. Без ошибок мелкая снова в своей привычной позиции отрезания. Отростка. Сейнт на планте. Соня около скрипа. А контры сейвит. Сейвит свои ганы. 15 раунд будет за Moscow 5. И все, что максимум, все, что могут сделать Millennium на этой карте, это свести ее к овертайму. А мы будем надеяться, что они этого не сделают. Вернее, не смогут сделать. Понимает М5, что сейф от Millennium. 15 раунд у них в копилочке. И понимают они, что победа близка как никогда. Просто вот совсем рядом на блюдечке лежит победа. Нужно просто протянуть руку и взять ее. И Millennium понимает, что они в шаге от проигрыша, в шаге от игры за третье место. Я уверен, что если они все-таки попадут в игру за третье место, они его, естественно, выиграют. Уж просто на классе должны вытащить игру против Extensive. Но это еще им нужно и проиграть в Moscow 5. Так что смотрим. 3 раунда, это не так уж много. Вполне они могут себе это позволить сделать. И М5 выбирает атаку на Б. Первый минус за мелкой. Вот только мы заострили внимание, то, что она шла там 0 на 8, как мелкая начала делать минуса, причем и открывающий, и отдача хорошо стала убивать. И, в общем-то, исправилась, как говорится, исправилась. Получает флешка Бики. Митсу рядом с ней. Шина также в этом направлении движется. И надеюсь, что все позиции у девушек хорошо разобраны. Ой, мелко. Только мы пофалили мелко, она ошиблась. Сглаз штука такая, серьезная, при этом врываются. Делают минуса Millennium 2 в 2. Минус от Тату. И 1 в 1. Вендетта на банане дает ХАЕ. И отлично, это ГГ. Это ГГ, мы поздравляем Moscow 5 с победой над Millennium на двух картах. Поздравляем их, вот даже не написали ГГ, судя по всему. Millennium явно девушки расстроены. Явно не привыкли они проигрывать. Но привыкайте, девушки, к проигрышам. А опять мы посоветуем привыкнуть к выигрышу. К победам. Вот, и почаще их показывать. Ну что же, Moscow 5 в финале, я вас поздравляю. Moscow 5 встретится с Alternate Attacks в финале. С тетушкой ЗАС и ее компанией.